Вот такие мегаполезные товары я вам сейчас покажу. Всем привет! У жителей больших городов зачастую есть дачи, на которых они проводят много времени весной и летом. Чтобы ухаживать за садом и огородом, требуются различные приспособления, бюджетные и не очень. Удобно заказывать все это на AliExpress, ведь иногда там встречаются по-настоящему интересные устройства и декоративные элементы. Благодаря им можно существенно сэкономить время и силы. Как раз именно сейчас я и покажу вам такие устройства, которые сэкономят вам время и силы, когда вы будете работать на своем участке. Приятного просмотра! Разбрызгиватель для бутылок. Это маленькое приспособление поможет превратить любую емкость в удобную лейку для полива растений. Оно имеет такой же диаметр, как и крышка для пластиковых бутылок. С обратной стороны находится разбрызгиватель. Его можно прикрыть специальной заглушкой. Пользователи жаловались на то, что бутылка потекает. Все дело в пластиковом колечке на горлышке, оставшемся после открытия заводской крышки. Если его срезать, разбрызгиватель будет прилегать более плотно. Сандалии для скарификации. Самая удачная находка для сада. Эти оригинальные сандалии с гвоздями для скарификации. Металлические вставки изготовлены из прочного и долговечного цинкового сплава. С их помощью можно легко разрыхлить землю, чтобы корни растений быстрее получали питательные вещества. Обувь подходит для использования в саду или на газоне. Благодаря эластичным ремням сандалии можно закрепить на ноге любого размера. Ширина каждого изделия составляет 13 см, длина около 30 см. Мешочки для рассады. Незаметно пролетит несколько месяцев и придет время высевать рассаду. И тут как нельзя кстати будут мешочки из биоразлагаемого материала. В переводе на русский они называются плоские тканевые детские кармашки для растений. Бывают разных размеров, от 6 см в диаметре и больше. В упаковке обычно от 50 до 100 штук. Они изготовлены из нетканого материала, который защищает корни от повреждений и со временем разлагается в почве. Так что при пересадке рассады в грунт ее не нужно вынимать из этой емкости. Корневая система растений впоследствии легко пробьется сквозь стенки мешочков. Таймер для автономного полива. Полив растений отнимает много времени и сил, и система автономного полива значительно облегчает этот процесс. Благодаря таймеру ее можно настроить по своему усмотрению, на определенное время и продолжительность. К тому же это устройство позволяет заметно экономить воду. Есть таймеры с электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, более надежным из них считается последний. Машинка-степлер для подвязки растений. Большой популярностью у садоводов пользуется машинка для подвязки растений. Она проста в использовании, делает процесс легким и быстрым. Подходит как для подвязки овощей, томатов, перца и огурцов, так и для обвязки деревьев и кустарников. Вот только один из многочисленных положительных отзывов. Машинка классная, пришла уже заправленная. 20 лент и 10 тысяч скоб хватит надолго. Выгодно заказывать сразу и машинку, и ленты, и скобы. Перчатки с когтями. Сколько резиновых перчаток уходит за сезон, трудно посчитать. Самые уязвимые их места – это пальцы, дырки на которых появляются с обидной регулярностью. Поэтому массу положительных отзывов получили садовые перчатки с пластиковыми напальчниками в одной полупаре. Они не только прослужат дольше обычных, но и более удобны при пересадке и прополке растений, уборке мусора. В продаже имеются перчатки и для праворуких, и для левшей. Изготовлены они из латекса и полиэстера. Напальчники бывают пластмассовые и полиуретановые. Последние мягче и удобнее в использовании. Их не выбрасывают, даже когда перчатки порвутся, а прикрепляют на новую пару. Настенный светильник – это незаменимая вещь для дачи. Он поможет осветить сад и огород, обеспечит комфортную работу даже в темное время суток. Устройство оснащено датчиками движения. Оно автоматически включается и выключается. Для удобства есть и ручной переключатель. Прибор изготовлен из жаропрочных и водонепроницаемых материалов. Он подойдет для любых погодных условий. Светильник работает от солнечной батареи, но есть и перезаряжаемый аккумулятор на 800 мАч. Стол для пикника. Для посиделок на даче всегда требуются стулья и стол. Они должны быть легкими и компактными, но при этом достаточно крепкими, чтобы самые крупные члены семьи могли разместиться с комфортом. Этот столик с AliExpress изготовлен из нейлона с полиуретановым покрытием. Ножки состоят из алюминиевого сплава. Вес изделия не превышает 1 кг и собрать его можно всего за 1 минуту. Единственным минусом столика являются небольшие размеры. Даже двоим людям может быть тесновато за ним.
электрический кусторез. Обработка кустов простыми ножницами – задача непростая и очень кропотливая. Ускорить процесс может электрический кусторез, который, как бритва, может подровнять форму кустарника и убрать лишние ветки. Его комплект дополняется специальной насадкой для обработки высокой травы и скашивания крупных сорняков. Устройство работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. Декоративная LED-подсветка для садовых дорожек, работающая от солнечной энергии, обойдется вам совсем недорого, если заказывать ее на AliExpress. К примеру, самая простая лампа с металлическим основанием стоит всего $3. Можно выбрать модель с теплым свечением и даже разноцветным. Инструмент для сбора фруктов. Помощь садоводам при сборе урожая – чудесное приспособление, инструмент для сбора фруктов с высоких деревьев. Эту насадку можно крепить на телескопическую рукоятку или держатель любой длины. Она представляет собой небольшой стальной контейнер с мешочками и зубьями, которые помогут срезать фрукт с ветки. Удобная подвесная ловушка для насекомых. Выполнена из сетки зеленого цвета и не нарушит дизайн участка. Она будет практически незаметна в зелени сада. Поможет справиться с назойливыми мухами, осами, а также оводами. Внизу ловушки находится небольшая миска, в которую можно положить сладкую приманку для надоедливых насекомых. Ну что, как вам эти устройства? Пригодятся на даче или полный хлам? Что скажете? Пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Спасибо всем, кто ставит лайк. Подписывайтесь на канал, дальше будет еще много интересного и полезного. А если вы уже подписаны, то нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Всем удачи и пока-пока!